Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Ранчо Зомби. Так, у нас здесь с тобой, естественно, это все продаем. Горючку тоже продаем. Ох ты, у нас даже вода теперь есть, которую можно продавать. Неплохо, неплохо. Это у нас на каком? Это на втором эпизоде, да, у нас открылась водокачка. Видимо, здесь мы еще будем энергию продавать, но нам нужно дойти до третьего сезона. Ну что, 21 тысяча у нас. Я вот не знаю, что нам лучше, может быть, ускорить завод. Фиг его знает. Улучшить или арсенал, или дом. Я думаю, что нам нужно улучшать, наверное, дом, скорее всего. Да, я хочу улучшить. Трындец, 25 тысяч следующий улучшить. О, окно, ребята, появилось. Так, подожди секунду. А если я, блин, не хватает у меня. Хотя, подожди-ка. А мы можем купить, открыть за 15 тысяч? Тут арбалет. Улучшение, блин, а вот что за улучшение мастерской? Я не могу понять. Арсенал, наверное, и есть улучшение мастерской, скорее всего. Давай попробуем вначале так. Теми силами, что у нас есть, справиться. Вперед. Что, у меня всего 3 динамита? Да хорош. Так, качки идут. О, смотри, профессоры появились. Кислый щей. Ой. Клоун, куда летишь? Что? Что это такое? Оу. Как тебе такой торнадо? По-моему, замечательное, да? Блин, не хватает, ребят, нам еще одного стрелка. Ну вот хоть ты тресни, но не хватает, а? Клоун, вали нафиг. Летит он здесь. Все прекрасно у нас. Профессоры кислых щей тут бегут на нас. Блин, вот эти, конечно... Нет, не успел. Обычно успевают они, конечно, доехать. Но это когда они в толпе бегут. С патронами беда, ребята, с патронами. Нам бы какое-то, я не знаю, увеличение, удвоение монет. Смотри, 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 что творят. Ох! Ты серьезно? Не, ребят, давайте вот. Кто их подлечивает, я не понимаю. Твою налево. Слушай, нам, наверное, забор надо улучшать, ты прикинь. Опа, сундук, кстати, третьего уровня. Чтобы открыть этот ящик, мне понадобилось посмотреть аж целых 5 реклам. Ну, давай глянем, стоило оно того. Опа. 4000 монет плюс пушку мы с тобой получили. Как раз я эту пушку, наверное, поставлю именно. А, только на 24 часа. Ладно, фиг с ним, пускай будет. Мы, по крайней мере, с тобой хотя бы накопим денег. Хотя я и так получил немного. Но все равно этого недостаточно. Хотя, если мы улучшим арсенал. Давай улучшим. Да, я хочу улучшить. Так, а мне теперь доступно? Да, вантузамет. Вот, и стоит он 5000. Отлично. Ну что, давай посмотрим, как теперь у нас пойдут дела. Да, зомби готовы. Мы тоже готовы. Вантузамет. Забор я, наверное, в следующий раз буду улучшать. А чё он? Не понял я. Как он бомбит-то? Ну, в принципе, вроде как неплох, да? Да. Ай-яй-яй. Нет, забор все-таки надо усилять. Согласись. Так, давай, клоун, иди сюда. Динамит заберем у тебя. Ну-ну-ну-ну-ну, не доехал. Ха-ха-ха, ну бас, блин. Эти профессоры, вроде, всякие вот эти вот алхимики, да, они должны быть ватными, а здесь они такие же крепкие, как эти качки. Да? Да. Я даже боюсь представить, кто будет следующим боссом. Мне кажется, это будет какой-нибудь вот этот алхимик. Но нам нужно подготовиться. Нам нужно с тобой столько бонусов набрать. Целую кучу. Желательно, ураганчик, интересно, будет действовать на босса? Ну, то есть он сможет его обратно тоже откатывать или же нет? Вопрос, конечно, интересный. Во-во-во-во-во-во, смотри, какой же алхимик здорово идет. Забора как будто и не бывало, прикинь. Трэш, они устроили мне здесь просто переворот, ребята. Когда волна-то закончится? Все, вроде бы. Я в шоке, если честно. Так, ну что, 9000 есть, я не знаю, рулетку у нас... Крутить за рекламу. Нет, спасибо, за рекламу я не хочу. Перебьемся. 9000 монет. Блин, я ничего не могу, да?
Ага, чтобы забор улучшить, нужно 10 тысяч. Ну что, тогда поехали, опять обороняться будем. Смотри, кстати, откуда зомби, скорее всего, идут. Видишь, там радиация вылилась. Он, кстати, вот этот профессор несет колбочку с зеленой ерундой. Как раз вот похоже на ту самую радиоактивную фигню. О! Ребята, новые зомби. Какие-то обжоры, или как их назвать, я даже не знаю. Ну, жиробасики, короче, с мясом идут. И они очень крепкие. Ну-ка, как их... Блин, а динамит у нас не прокачан, поэтому он, соответственно, урон наносит. Клоун. Бежит он уже здесь. Ну, мне кажется, что жиробасики будут полегче, чем те же самые профессоры. Хотя их бомбить надо дольше. Так. Блин, волна еще не скоро кончится. Давай, давай, родные мои, бомбим по ним, по этим жиробасам. Тихо, тихо, тихо. Ага. Не успел доехать. Так, идет. Когда вот они сильные такие вот, здоровые. Я боюсь представить, что будет, когда пойдет жиробас огромных размеров. Нам, наверное, его фиг... О, начинает строчить. Так, и, по-моему, это последний, да? Окей, на 3 звездочки. И удваиваем награду. Ну, 12700. Я думаю, что лучше мы с тобой заборчик прокачаем. Во как. Это прям заграждение настоящее уже. Ну что, нам надо двигаться дальше. Кстати, надо было прокачать, точнее, посмотреть, сколько нам нужно для прокачки. Наверное, я не знаю. Вот этого вот, шокера. Скорее всего. Давай ускоряемся. Блин, профессор, какой ты нудный, а. Ну, забор должен быть теперь покрепче. Так что, я думаю, мы выдержим. О, видишь, как долго по нему бомбить. А профессоры, они издалека начинают строчить. Вот в чем проблема. То есть они в свои пробирки эти бросают. Окей. Давай. Нахлобучиваем. Хорошо, что все-таки мои бойцы могут сами стрелять, без наведения. Это немножко облегчает мне, так сказать, задачу. А это сторожка у нас, да, получается такая покромсанная. То есть это ответственный за забор сидит здесь. Ой-ой-ой. Так, ну что, финальная волна. Оу, а я тебе говорю, что пойдет рано или поздно жиробас. Вот он, смотри, смотри, какой... Какой нудный, толстый, жирный. И сломают мне, сломали уже забор, ты представляешь? Это все профессоры кислых щей. Ну, я так думаю, что нам нужно будет все-таки прокачать заборчики еще на один уровень. Так, а если мы, например, зайдем и посмотрим. Так, улучшение 3000, тут 4000. Тайзер 7000. Слушай, ну УЗИ. А вот это что означает? Потребление патронов или барабан? Ну, как бы вместимость. Мне кажется, это вместимость. Блин. Так, требуется улучшение. За 20 тысяч. Если 20 тысяч накопим, мы с тобой сможем взять офигенную пушку. А что у нас здесь? Давай-ка посмотрим. Сколько там осталось? О, еще только на 5 уровень идем. Нормуль. Должны с тобой успеть все здесь приобрести. Так. Ну что, вперед, друзья мои, вперед. Гоу. А что, у нас динамит уже все, тю-тю, закончился? Плохо. Блин, если мы с тобой не прокачаемся в ближайшее время именно по атаке, боюсь, мы здесь с тобой долго не протянем. Сам видишь, жиробасы идут мощные, плюс им надо... Ребята, барабаны. Именно патронные, чтобы у них дольше было патронов. Чтобы они больше стреляли и быстрее. Ну и, соответственно, дамаг прокачивать. Ну как вот ты все вот это вот сделаешь, а? Вот скажи мне. Нужно и то, и все, и пятое, и десятое. И как хочешь, так успевать. Эти велосипедисты задрали уже. Блин, трындец, по-моему, сейчас поломают нам. Уже сломали все. Представляешь, уже сломали. Так, идут. Жалко, нет какой-нибудь кнопочки, где бы я мог починить забор. О, шахтер гигантский был. Мне это напоминает игра, знаешь что? Помнишь, мы играли с тобой 100 дней
зомби-апокалипсиса. Вот что-то типа того, только в мультяшном таком вот виде. Ты смотри-ка, без забора справились. О, и сундучок, кстати, выпал, который я буду сейчас открывать через рекламу. Ну что, давай глянем. Так, 2000 монет, аккумулятор и рулетка бесплатная, да, выпала нам. Один раз типа крутануть я могу. Ну давай. Что выпадет? Грозовая туча. Допустим. Я ее пока тестить не буду, может быть взять для босса. Фиг ее знает. Так, 11 тысяч с половиной у нас с тобой денег. Так, опять же пока. Хотя, подожди-ка. Дай-ка я все-таки, наверное, зайду и начну улучшать. Сделаю вот так вот. И вот так. Прокачать магнум по полной программе, да? По фулочке. Я думаю, что стоит. Ну что, поехали. Где наши там вражины? Вон они стоят. Гоу! Да, я ускорение делаю. Поехали. Может быть, я зря начал этот магнум прокачать? Да нет, не зря. Я вижу уже, ребята, результат. Жиробасы уже не доходят. Алхимики, да, алхимики. Это паршивцы еще те. Издалека свои пробирки бросают, гаденыши. Ну, великолепно. Все равно, ребята. Блин, слишком... Их слишком много идет на меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Забор, 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 забор. Забор. Сейчас пробьются. Так, клоун, вали. Так, он мне дал... Давай так сделаем с тобой. Пускай стоит. Кстати, мина очень неплохая. Да, кстати, не забывай, что мы можем прокачать с тобой мины и прочее все. Мы этого просто не делаем. Потому что нам деньги нужны на другие улучшения. Ты понимаешь, да? Нет, забор все-таки надо прокачать еще чуть-чуть. О-о-о-о-о, жараба, смотрите. Нет! Не подходите к моему ранчо. Чух. Чудом каким-то повезло. Ну, смотри, 4000 есть. 4000. Сможем ли мы что-то еще? А, тут нужна пятерочка, да? Ладно, хорошо. Тогда продолжаем. Я хочу просто магнум прокачать уже, чтобы он был полностью. И все. Там уже будем с тобой браться за другие пухи. Опа! Еще, ребята, новый зомби. Какой-то повар. Бешеный повар. Клоун, вари. Это... Твою налево, что происходит, ребят? А что так? А почему так быстро забор разнесли мне? Эй! Я так не играю, ребят. Ну это нечестно. Забор за 3 секунды смели. Это все профессоры. А может быть нет. Ранчо, ранчо, ранчо не сдаемся. Ты посмотри. Смотри, что творят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ребята, у меня ничего даже нету, чем бы я мог прикрыться, защититься. Только своим силам. Жирный этот. Слушай, очень мощный. Вот этот вот повар. По-моему, нас тут разнесут, ребят. Как бы это глупо не выглядело, но нас разбомбили. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, этого должно хватить у нас, да? Фулл хп, как говорится, у нас на ранчо. Хотя ты посмотри, просто посмотри, какой табун их идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну-ну-ну. Ай, друзья мои, они начинают клепать. Нет. Трэш, это провал. Я даже не буду здесь ничего умножать, потому что, ну, нет смысла, ребят. Слушай, я могу выйти. Я имею в виду выйти вот сюда, да. Обратно. Так, у нас ничего. Ну, тут есть маленько, но этого недостаточно. Воду. Ну, сколько мы с тобой получим? Так, 7000. 7000. Ну, что я за 7000 смогу здесь себе улучшить? Ну, УЗИ можно прокачать. Ладно, фиг с ним, пускай будет прокачано УЗИ. И, наверное, нам надо с тобой взять. Так, подожди, у нас вот это вот, да? Взять. У нас 14 коктейлей Молотова. Кстати, вот это вот я не знаю, что.
Батарея, что она хотя бы делает-то? Да нет. Твою налево. Так, так, а эту, чтобы открыть, 3000 нужно, да? Монет. Ё-моё, удар с небес. Газовая такая, ядерная бомба. Авиаудар, колья. Хоть бы бесплатно что-нибудь подкинули бы. 100 тысяч монет, всего 69 рублей. Заманчиво. Так, ну что, друзья мои, что-то нахапал, не знаю, как мне это поможет. Погнали. Коктейль молотова, мне кажется, он мне здесь вообще не поможет, нисколечко. Хотел посмотреть, что вот, вот. Подожди, вот так вот мы бросим. А-а-а, мы поджигаем землю, все, я понял. Просто поджигаем землю. А вот что нам делает батарея? Ладно, я думаю, сейчас, когда пойдут вот эти вот здоровяки, мы, наверное, с тобой как раз... Вот, вот он что делает. Он, ребята, не подходит близко, он именно издалека метает. Так, батарея, короче, она бьет электричеством и замедляет врагов. Вот что она делает. Да, очень сильно замедляет, и это, кстати, круто. Ну, и землю надо поджигать тоже. Что-то мне кажется, что я сейчас все потрачу, и это меня никак не спасет. Да? Или спасет? Не знаю, сейчас проверим. Спасет это меня или не спасет. Землю везде тут запаливаю. Слушай, ну пока, пока вроде бы неплохо все. Вот они, это, по-моему, последние ханурики, которые идут. Земля, гореть! Да, вот таким вот макаром мы с тобой только лишь и прошли. Ну что, у нас почти 5000 голды. Почти 5000. По-моему... не хватает даже, да? До последней прокачки. Можно было бы, конечно, посмотреть рекламу за 3000 монет. Ну что, справимся со своими силами? Мне кажется, вряд ли. Вот сейчас они меня здесь прожамкают, продавят. Давай, давай, родные мои, наяриваем. Эти жиробасы, конечно, мощные. Когда они, кстати, умирают, от них глаза остаются одни. Патроны не забываем брать. Так, стоит ли нам закидывать удочку туда? Давай, наверное, подбросим все-таки огонька им туда. Огонь очень быстро тухнет. Вот что я заметил. Так, у нас есть еще с тобой одна батарея. Ее можно вот, наверное, сейчас кидануть. Слушай, ну замедление довольно долго действует, поэтому это круто. Аккумулятор — это хорошо. Давай-давай. Оу. Жирный, ребята, жирный, здоровый идет. Вот где нужно было, блин, аккумулятор-то применять. И смотри, смотри, как они быстро разносят. И вот тут мы с тобой подтекли. В кого они строчат, идиоты? Вы что делаете, придурки? В кого они стреляли? Не знаю. Тут, в принципе, последние остались, да, зомбари. Меня просто убило. Босс валялся, да? Они все равно в него продолжали стрелять. Но это все надо умножать. Ну вот, 8600. Теперь я прокачаю полностью магнум. Все, максималка. Теперь я спокоен. Так, дело за УЗИ. Или же все-таки... Ну, вантус нам даются всего лишь на 24 часа, поэтому... А, мы его купили, да, по-моему? Я помню, что нам его дали использовать на 24 часа. Дом улучшить. Вот здесь еще получается окно. А, еще два окна. Оу, еще два окна, так это ж круто, ребят. Блин, ну я не знаю, вот то, что мы с тобой магнум сейчас прокачали, это как-то повлияет на исход вот поединка сейчас или же нет? Давай посмотрим. Особо сильные там, так сказать, атаки я не вижу, но...
Блин, воу. Слушай, это беда. Это прям настоящая беда. Клонов, кстати, я заметил, очень мало. Раньше они летали намного чаще. Сейчас что-то как-то не особо они меня радуют. Ну-ка. Хорошо, 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 идем. Давай, 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 давай. Валим. Так, тут уже посерьезнее, да, идут немножко. Каких еще тут зомбарей против нас, а? Придумают. Вот что мне интересно знать. Так, судя по всему, сейчас будет последняя волна. И она, как всегда, самая такая сложная. А сложно она в том, что, ребята, идет вот такой вот гигант. Но мы его уничтожили. Блин, какие же они, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот начинается вот... Давай, родные мои, ну... Жмем, 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 есть. Фух. И сундучок у нас второго уровня вылетел. Давай посмотрим, что выпадет нам здесь. Сердечко, динамит и 2500 монет. Итого 10 тысяч, да? Блин, может быть, нам накопить 5000 и улучшить забор? Давай, наверное, так и сделаем. Потому что, ну, как-то уж больно быстро нас тут выносят. Ну что, поехали. Я готов, наверное. Выходите, охламоны. То ли мне кажется, то ли они как-то сильнее становятся. Хотя это неудивительно, так, в принципе, и должно быть. С каждым уровнем монстры должны быть зомби сильнее. Забор, что-то уж больно, как-то вы мне быстро сме... Ё-моё. Да. Даже не успеваем велосипедистов с тобой прикрыть. И это только половина. И это только половина. Со второй половины начинается трэш. Как только выходит какой-нибудь у них супер такой большой... Так, клоун, куда летишь-то? Супер большой великан, да? Большой зомби. Мы сразу же автоматически начинаем фейлиться. Потому что очень много усилий тратим именно на его разбор. А он сейчас должен... Вот, 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 об этом я тебе и говорю. И что? Это урон? Это смех на палке, что вот сейчас... Ой, ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, 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 сейчас, сейчас... Трэш. А-а-а, тут видишь, как мы с тобой? Не надо было за рекламу, то есть у нас как бы он был. Да, вот этот пульс, мы его нажали, и все у нас автоматически. Так, слушай, ну денег... Немало, кстати. Блин, все равно не хватает. Все равно не хватает. Может быть, нам лучше улучшить пушки, а? Тайзер. Ай, руки чешутся, ребята. Я, наверное, сделал, знаешь, как? 7,5. Давай, наверное, сделаем вот так. И вот так. Да простят меня жители этого ранчо. Скажет, Рэй, ты же хотел забор. Смотри, кстати, у нас поменялась картинка, задний фон. Эмтон. Там, что это за дирижабли какие-то подбитые там? Оу, щет, смотри, уже копы-зомби появились. Копы, алхимики, блин, да вы жирбасы всякие. Ой-ой-ой, оу. Все, ребят, доигрались, по-моему. Они сейчас будут... Мало того, что они очень мощные, так они еще и стреляют, эти зомби полицейские. Все, доигрались, да, ребят? Слишком быстро. Где клоуны? Да куда вы стреляете? Вот этого-то будете бомбить? Они плевать хотели. Они кого-то там бомбят потихоньку и все. Это вообще не вариант, ребят. Это вообще не вариант. Клоунов нет, никого нету. Полицейский, хрен ты их пробьешь. Все, это провал, действительно, это точно, ребят, провал. Полный причем. Фух. Даже не знаю, друзья, даже не знаю. Наверное, нам надо пока остановиться. Нам нужно с тобой заработать деньжат. Наверное, да, я так понимаю. Прокачать забор, хотя, мне кажется, забор этот фиг нам поможет. А вот это что такое? Увеличить объем хранилища за 10 тысяч. По идее, как бы надо увеличивать. Почему, ребята? Потому что чем больше у нас будет храниться, тем больше мы с тобой будем
зарабатывать. Кстати, это надо будет учесть на будущие вклады. Да. Ну что, тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!